Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Леонтьева Татьяна. В следующей лекции мы поговорим об алгоритме списания неустоек, штрафов и пеней. Посмотрим, какие обязанности есть у заказчика, в каких случаях он обязан списать неустойки, штрафы и пени, и самое главное, какие документы необходимо составить при таком списании. Смотрите на видео консультанта.